Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Так, продолжаем с вами. Мы тут, короче, пробрались на свалку в прошлых... Тихо. Мы пробрались с вами на свалку в прошлой серии. Ой, нихрена себе, ты смотри, сколько своих тут. Ни одного на карте. А тут показано много. Так, окей. И нам, короче, дали забрать добычу из тайника. Из старого тайника диггеров, освобожденных из концлагеря бандитов. Мы освободили, кстати, получается, каких-то этих диггеров. Вот. Окей, давайте. Там какая-то бойня, давайте поможем своим, короче. Ну как своим, сталкерам. Так. Сейчас помогу, погоди. Мне бы найти, где тут? Где тут бандюк? Где бандюк? Леха убил. Убил нашего. У нас убитые мужики. Так. Тихо. Сейчас мы их... Ай-яй-яй. А бинтов-то нет, бляха. Бинтов, бляха, нет у меня. Да как? Так, Рембо пошел вперед. Сейчас я консервами тут полечусь немного. Бляха, гранаты! Эти кусты меня бесят. Кусты меня бесят эти вообще. Ни хрена не видно из-за них. Как? Такое вот жесткое вот начало, друзья. Такое вот жесткое начало. Так, окей. Надо как-то, я не знаю. Надо, чтобы я их видел, а они меня не видели. Это слишком тонкое дерево, чтобы спрятаться. Бляха, тут вообще прятаться негде. Так, за камни. Быстро, резко за камни. Бляха, и не опять ни одного. Готов. Хорошо. Бляха, граната, я сохранился. О, нет, аптечка. Фу. Это кто? Плохой? А это свой? А нет, плохой. Да. Дохните уже там, пиндосины. Блёх, опять граната. А-та-та. Падлы. Какие же жесткие бои здесь в этой части. В стенях Чернобыля, по-моему, таких не было. Ты смотри, сколько их там. Да ёпте мать, вы гранатами своими достали уже, бляхи. Уроды. У меня, по-моему, я не помню, у меня гранаты остались у меня. Я сейчас накидаю им туда и все. Просто накидаю сейчас гранаты туда. На! Жри, падла. И еще нахер, жри, падла. Вот смотри, у меня еще для тебя есть гранатка. Опа, а смотри, еще одна у меня есть. Говно. Че, все? Закидал. Ну да, видишь. Говорят, не расслабляемся. Так, гранатки я заберу. Водочку-то дай. Водочку-то я тоже заберу. Водочка. Бинты это хорошо. Лоп. Так. Полечимся колбасой и консервами. Ну, бляха, напугал. Здорово. Так,
Так. Ай-яй, гранату. Так. Так. А, целевые, да, мне нужны. Дробь мне не нужна. Так, гранаты. Да, хорошо. Да задрал ты там вокруг меня таскаться-то, бляха. Толкается что-то. Так. Ой, наш. Наш погиб. Хорошо. Так. С этим люблю, можно поговорить. Люблю, говорит, под прицелом, мужик. Потому что у него задание такое есть. Так, чем могу помочь? Именной пистолет. Именной пистолет. У меня, кстати, еще это... Тайник. Так, окей, у меня есть про тайник тут задание, да? Давайте-ка его... Ух ты, как далеко-то. Давайте сходим, заберем добычу с тайника. Так, а кто там у нас по дороге будет? Бандиты. Бандиты. Ни хрена тут. Бандиты, бандиты. А, ну это основное задание. Пока туда не пойдем. Так, окей, опа, еще тайник. Ладно, пойдем вот по этому. Выполним задание. Я, правда, не знаю, стоит ли того или нет. Ну, попробуем. Так, стопы. Здесь аномалии у нас нету здесь. Артефактов-то. А, конечно, конечно, есть. Куда ж без них-то? Хорошо. Это заберу. Кровоточит и... Погоди, я же бинты взял, чё я туплю? Так, это я заберу. Так, что это такое? Телепатия плюс один, радиация плюс один. И нафига этот такой артефакт не нужен? Вообще не нужен. Так, а что там про него написано? Артефакт представляет собой камень, деформировавшийся под воздействием гравитации огромной силы. По характеристикам приближается к гранитам. В некоторых степени способен защищать рассудок владельца от пси-воздействия радиоактивен. Нафиг он нужен, да? Я его продам и все. Продам и все. Так, погоди, а все, да? Больше нету артефактов. Как-то, бляха, хило с этими артефактами. Все, мало, мало их. Надо будет вон туда вот забраться. Там что-то горело, может там что-то есть, короче, эти артефакты какие-то. Так. Бандиты. Бандиты! Погнали. А я думал, это пенек. Ну ладно. Где ты? Где вы? Падлы. Заныкались, да, куда-то? Так, за трубу. Чушпаны! Хорошо. Готов. Кушай лимончик, падла. Задрал. Опять сейчас с лимонками, да, будет их кидывать? На, держи. Яха! Опять бинтов. Да задрал. Как они бесят меня этими гранатами. Почему они постоянно кидают гранаты? Достали просто. Фраера. Тут один фраер. Тут один фраер прется. Блюдки. Я даже добежать не успел. Потому что я в прошлый раз сначала спрятался там за маленькую плитку. Ныкайся, говорит. Так, окей, раз. На! Яблочко. Как их отучить от гранат? Как их отучить от гранат?
слишком далеко, я не попаду по ним. Так, на открытом месяце это... Да ёпте мать! Без комментариев, без комментариев. Очень жестко. Очень, мать его, жестко. Да лови нахер! Да, святая. Еще гранатово. Да ёпте мать! Сука! Меня уже раздражать начинает. Где спрятаться? Заход потихо не прокатил. Ясно, граната играет. Граната играет. Кушай яблочко, сука. Тихо, тихо, тихо. Да бляха! Вот одну гранату кинул и хватит. Вот они херачат просто. И просто всю ленту гранат в меня, на! И все. Отбаки. По-тихому, говорит, не получилось. Так. А теперь... Дружбаны, опа! Опа! Бляха, я не докидываю, что ли? Лопа. Заход потихо не прокатил. Чё они не дохнут? Почему я сразу дохну от гранаты, а они не дохнут? Кушай лимончик, падла! Кушай лимончик, падла! Шухер, пацаны! Блях, вот живой, смотри, граната взорвалась, ему похеру вообще просто. Я ни одного граната сейчас не убил. Начнется сейчас. Бляха! Ну и... Ублюдки. Ублюдки. И опять граната полетела. Убил, убил уже меня. Гранатами своими. Фу, бляха, нихера себе за тайничком. Там по-любому что-то должно быть нормальное так в этом тайнике. Потому что, бляха, жесть просто какая-то. Как это проходить? Вообще не... Шухер нас запалили! Да ёпте мать! Почему они бронированные такие? Я ему в голову стреляю, почему они бронированные такие? По-тихому, говорит. Как тут по-тихому пройти? Да сука! Сука! Как их? Как их, мать его, мочить? Дай твою мать! Так. Погоди, погоди. Давай,
Да сдохни, бля! Еще. Молодцы, с этой стороны хорошо, молодцы. Как раз у меня на прицеле. Говнюки. Да ёпте мать, как? Да в смысле, ни хрена их там? Что? Что за дичь-то? Почему так много-то всех? Да сдохни ты уже, говна, кусок! Невозможно, невозможно пройти. Таких запар не было в тенях Чернобыля, я не знаю. Да блять! Суки! Гребаный тайник, бляха. Сосали. Да сука! Чё не дохнешь-то, блядь? Я попробую ружьём сейчас, нахер. Да блядь! Как? Я за деревом, бляха, стою. Как? Мне сейчас сосёшь так, что... Бляха. По полной гланды. На нахер. Сука, не дохнет ни хера. Да твою мать, что ты не дохнешь-то, блядь? Говна кусок, блядь. Сколько в него патронов надо? Сейчас глаз будет дергаться уже. А на тебе гранату! Больше тебя, пиндосина! Сука! Это своими гранатами, ублюдок. Ты, блядь, терминатор ебаный. Я извиняюсь, меня уже не выдерживаю. Я уже не выдерживаю. Да где ты? Говна кусок. Лежать, говна кусок. Где еще? Иначе. А че ты? Успокойся. Терминатора заклинило. Так,
Я это вроде все. Да? Фу, бляха. Какие же они просто муторные эти. Да где тут открыть ящик-то этот? Пусто. Здесь что-то должно быть. Аптечка. Аптечка. Не бинтов бы, а не аптечку. Да спокойно, чувак. Успокойся. Ладно, продолжай. Харлем Шейк. Так, ладно, где там тайник этот? Ёпти мать, еще бежать. О-о-о, друзья. А в смысле? А в смысле? Только не говорите, что я зря с ними сейчас воевал здесь. Да ну нахер. Надо было просто мимо пройти. О, бляха. Шухер нас запалили. Гамразы. Отлично. Фу. А вот это сейчас просто по-профессиональному было. Почти. Почти было по-профессиональному. Да, бомбежка нехилая сейчас была. Так. А тут какая-то база, наверное, их. Когда там шансончик, шансончик играет. Собака. Опять началось. Я до этого тайника, я не знаю, серии 3 проходить. Мне вот эту группу еще пройти, будет тайник. Бляха, там смотри, куча бежит еще. Охренеть. Просто жесть какая-то. 11 человек. Ёпти мать, 11 человек. А почему я в голову тебе выстрелил? Ну, почему ты не сдох? Скажи мне. Собака еще заклинила тут нахер все. Дахин, заход потихий. Так, готовы, хорошо. Сдохни, сдохни, сдохни. Хорошо. Заход потихий, говорит. Не прокатил. Да что за лаги-то начались еще? Кто? Готов, хорошо. Там у нас человек до хера еще.
народу. Так. Да сука, как? Погоди, а... А, эти убиты уже. Тихо. И как опять эти кусты, ни хера не вижу. А! Нормально так прилетело, блин. Сдохни! Ну! А, нет! Сохрани... Под челя сохранился! Бля! Так где это? Пожалуйста! Бегом, 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 бегом. Да ладно. Я думал, сохранился перед взрывом, прямо перед взрывом. Да бляха! Как вот? Их просто... Не знаю. Их не пробить. Их просто не пробить. Чита темень ссаная. Сука, яблочко! Готов. Так яблочки они там опять свои кидают. Да блять! Собака там он бежит у стены. Да как? Почему вечно все не работает? Леха, все ломается, сука. Тихо, граната не кидайте, пожалуйста. Так, двое там. Я не вижу ни хера. Никого. О. Да сдохни, подло. Еще. В смысле 5? Было 2. Бегом, блеха! Бегом, 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 бегом. Просто. Я просто свалил. Так, а на гору-то я поднимусь, нет? Блядь! Беги, беги, беги! Ты смотри, я почти все патроны, короче, потратил от этого, от... автомата. От автомата. Леха, здесь еще смотри, что. Так. Здесь какая-то аномалия. О, это не аномалия, а это. Ну ёпти мать, еще тут такая вот жопа. Чего, бандиты меня там, братан, братан? Да пошли они в жопу, братан, братан. Не братаны вы мне. Готово, еще кто сунется, так же отымеет.
Капец. Просто капец. Так, это что? У меня минус 2, да, радиация. Если я вот так вот поставлю... Да, бляха! Да, возьмись. Так что там, в пни, он говорил. Я за этим шел сюда! Нас тут гребет нереально! Давай, покажи, что ты реальный пацан! Я за... Что? Че ты вообще увяз? Нас тут сейчас кончат! Увяз. Да и похер! Кончат и кончат, идите в жопу. Бандиты, бляха. Так, как меня тут это? Мне надо спрятаться куда-то. У меня тут это телепатия. Вот так. Ладно, за артефактом уже. Так, у меня видос подошел к концу, друзья. Вот за артефактом пойдем уже в следующую серию. Что там еще такое? Погоди, вот это. Бандиты, прийти на помощь. Да пошли они в жопу. Не буду я с ними. Я на них обиделся. Вот. Ладно. За артефактом пойдем в следующей серии. И придется, наверное, возвращаться нам. Вот сюда. А погоди, они захватили? Понятно. Захватили, значит. Нас тут гребят нереально. Давай, покажи, что ты реальный пацан. Так, окей, ладно. В следующей серии тогда пойдем за артефактом, сходим и попробуем, короче, вот это место отбить и поисследовать, там полазить, что там такое. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.